нас с вами 1100, а у вас 2000 родителей и еще 2000 бабушек и дедушек, мы с вами огромная мощная сила. И если каждый из нас делает маленькое вот такое экологическое доброе дело, то мы с вами внесем колоссальный положительный вклад в то, чтобы сберечь, сохранить и не навредить. Экологическое понятие — это значит представлять, что каждый твой шаг, он будет либо иметь положительный резонанс, либо очень плачевный. Я каждого из вас призываю к тому, чтобы вы осознавали себя маленькой частицей огромного мира и понимали, что в ваших маленьких руках это огромная планета. Я с удовольствием хочу выразить огромную благодарность каждому из вас, маленькие ребята, вам, дорогие родители, старшеклассники, учащиеся любого класса, за то, что вы не остались равнодушными, за то, что вы отозвались на наши идеи, на наши предложения. А каждый из нас понимает, что чем больше доброго мы в мир отдаем, тем больше доброго к нам и вернется. Вам огромное спасибо всем, дорогие участники наших экологических акций. Тем более это приятно и почетно в год экологии, который объявлен в Российской Федерации таковым. Спасибо вам, аплодисменты.